сообщает ТАСС, что в Киеве намерено представительство открыть. Прокуратура МУС, Международного уголовного суда в Гааге, расследовать события в Украине, чтобы прокурорам МУС удобнее было. И поскольку клипов записи с пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Постоянно действует. Постоянно действует на меня искус. И сейчас с ней клипов попы, людей всех на земле, нацеливаю шило. Погодка немножечко испортилась, но достаточно тепло. Какая-то циркушка горит, в ДНР сообщает Telegram RTVI. Ну что, все от Бога в нашем мире.